сегодня понедельничек, с самого утра, вот такой вот сюрпризик. Если вы помните, я записывал видосик про педальки, и там нашлось два хейтера, которые поставили минусы и сказали, что китайские велики – это круто. Да, то есть у нас вот название, которое прочитать невозможно, и вот так вот выглядит вынос, который просто разорвало с утра у человека, когда он ехал на работу. Да, то есть курьер, у него вот так вот лопается вынос на полном ходу. Здесь металл силумин, весь материал такой вот, видите, как бы вкрапинг. Толщина стенки очень маленькая, вообще вынос ничего не весит. Такое качество изготовления. То есть просто лопнул, просто его разорвало. Обычно лопается крышечка, то есть при закручивании винта у вас лопается по диагонали эта крышечка, если вы сильнее затянете, чем надо, а если слабее, то у вас руль проворачивается. А здесь разорвало именно вынос. Так что, если вы видите велосипед, на котором... вот это название велосипеда, то есть на выносе оно нанесено. Если вы видите велосипед с названием, которое прочитать невозможно, то такой велосипед лучше не покупать. Но если вы покупаете, то будьте готовы к различным историям. Да, и, соответственно, вы приезжаете к нам, и мы вам уже ставим вынос за отдельную денежку. Педальки, да, там тоже педальки уже начали гнуться, но курьер как бы еще покатается. Приедет за педальками к нам завтра или послезавтра. То есть педали гнутся. Я никогда не видел, чтобы гнулись педали, а тут вот на этих вот великах педали гнутся. Так что делайте выводы, а то покупать вам велосипеды с непонятными названиями или нет.